Друзья, приветствую! В этом видео хочу поделиться с вами одним интересным приемом, который я использую во время игры на гитаре. Я его также интегрирую в свои аранжировки и хочу, чтобы вы его применяли в своей практике для того, чтобы ваша игра на гитаре была более богатой, разнообразной и интересной. Для того, чтобы не быть голословными, давайте мы в качестве примера возьмем известную всем нам мелодию «Все, что в жизни есть у меня». Это песня, которая начинается со слов «Мир непрост, совсем непрост». Вот ее как раз таки обыграем. О каком приеме идет речь? Это двойной бас, и я его использую, как правило, на первую, самую сильную долю каждого такта. То есть каждый такт у нас начинается с двойного баса. Но для того, чтобы подчеркнуть контраст, давайте мы просто один раз наиграем эту композицию, ну, чтобы все не играть, кусочек наиграем, а потом как раз таки второй раз уже наиграем, когда будем применять этот прием. Вначале играю просто. И так далее. А теперь смотрите, мы сейчас его вместе с вами туда интегрируем. Вот таким вот образом. Я думаю, что вы услышали, что на первую долю в куплете, да, мы каждый раз вставляли вот этот двойной бас. Пам, та-там, та-та-там, та-там. И вот как раз таки, когда вот эти... двойные ноточки вставляются, играются на сильную долю, у нас появляется дополнительная динамичность в произведении. Если вам этот совет показался, эта рекомендация полезным, интересным, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, обязательно ставьте колокольчик для того, чтобы получать уведомления, как только появляется новое видео на моем канале. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всех благ, пока-пока!